кукушка калифорнийская земляная относится к семейству кукушковых. Жители Северной Америки называют ее подорожником или тазурой. Длина тела достигает 60 сантиметров. Голова покрыта хохолком из длинных перышек. При возбуждении они поднимаются вверх. Вокруг глаз находится каемка из голубой кожи. С помощью удлиненной шеи птица подбирает пищу с земли. Длинный хвост помогает кукушке совершать во время бега крутые повороты. Маленькие крылья не приспособлены для дальних перелетов. Спина темно-бурая и покрыта белыми пятнышками, брюшко белое. Длинные мускулистые ноги способствуют быстрому перемещению птицы по поверхности. Она предпочитает солнечные, сухие, каменистые и песчаные территории, поросшие растительностью, прогалины немногочисленных лесов и редкие островки, заросшие карликовыми дубами. Кукушка прекрасно приспособилась к перепадам температур, которые существуют в пустынях, и прекрасно их переносит.